Пострадавшими Харьковское шоссе 168, 2 февраля 2017 года. Столкнулись с Субару и Мерседес. Их вечер 2 февраля 2017 года. ДТП с пострадавшими. Харьковское шоссе 168. Предварительно, по словам свидетеля, якобы Субару поворачивал налево на парковку, не пропустил Мерседес, ударил в бок, и Мерседес врезался в стоящий на остановке микроавтобус маршрутный. В аварии серьезно пострадал один из пассажиров микроавтобуса, госпитализирован. Сейчас оказывается помощь водителю Субару. На место выехала оперативно-следственная группа. Отметим, на абсолютно новый Мерседес даже не успели поставить госномера, он на транзитных едет.